Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. С начала года на ликвидацию пожаров, загораний и прочих чрезвычайных ситуаций столичные спасатели совершили более 2400 выездов. На пожарах за это время погибли 18 человек. Далее о наиболее резонансных происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. На улице Немига в ночь на субботу полыхала летняя терраса одного из баров. Вспыхнула инфракрасная горелка. Такие обычно обогревают посетителей на летних террасах. Дальше произошла разгерметизация баллона, и он разорвался. Не путайте разрыв баллона, который имел место в этом случае, со взрывом газа. Его не было. Уже через 8 минут после звонка на линию 101 пожар был локализован. Еще через 5 минут полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших. Неудавшаяся попытка сократить путь едва не завершилась трагедией. 60-летняя женщина решила перейти вброд болотистый участок реки Свислочь, но авантюра не удалась. Женщина завязла в 10 метрах от берега. Ее в бинокль случайно заметил мужчина. Он и вызвал спасателей. Женщину осмотрели медики, но обошлось без госпитализации. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе работники МЧС выезжали в квартиру на улице Голодеда, где 5-летняя малышка засунула палец в пластиковую игрушку, а также в квартиру на улице Меделки, где снимали кольцо с пальца руки 20-летней девушки. Спасатели оперативно освободили пленниц, никто из них не пострадал. О происшествиях сегодня все. В заключение напомню, что в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Минские школьники, активисты организации, уже посетили домовладение инвалидов, ветеранов и многодетных семей, оказав им шефскую помощь. В рамках акции также пройдут широкомасштабные мероприятия в общеобразовательных учреждениях, в социальных приютах, домах-интернатах, на открытых площадках города и в местах массового пребывания людей. Приглашаем и вас не оставаться безучастными к этому делу. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.